Всем доброго времени суток. Ваше внимание представляет автомобиль Kia Rio 2010 года выпуска, объем двигателя 1,4 литра на механической коробке передач. Задние дверные карты, задний рассеянный в отличном состоянии. Так же, как и передние дверные карты, передний рассеянный тоже все в отличном состоянии. Данный автомобиль у нас оснащен 4 электроциклоподъемниками, электрорегулировкой зеркал с подогревом. Также на автомобиле установлено у нас газобаллонное оборудование. Также имеется штатная магнитола с возможностью подключения AUX с отличным звучанием. Также отличная отопитель салона с кондиционером. Также имеется прикуриватель и розетка на 12 вольт. Так, на данный момент автомобиль не запущен, никаких ошибок двигатель не выдает, посторонних шумов не имеет. Пробег на данный момент составляет 173 тысячи километров. Если вас заинтересовал данный автомобиль, всю информацию о нем, а также наши контактные данные, вы можете найти в описании к объявлению. Автомобиль вы можете приобрести в автокредит по системе Trade-in, а также за наличный расчет. Находимся мы по адресу Песочную, 48, автосалон «Столица».